торговый центр Спица, Латвия, и мы видим, что на парковочку для инвалидов припарковался Бентли с блатными номерочками 77077. Что интересно, за рулем сидит мадам, и она отказывается платить полицейским и звонит в надежде, что им кто-то перезвонит, и она каким-то образом отмажется еще. То есть такая наглость, что у человека на Бентли нету денег, чтобы оплатить штраф. Набодается упорно. И вот полицейские. Добрый день. Ничего, что я вас снимаю? С Новым годом. А почему вы не выпишете просто штраф, не прилепите на лобовуху, как всем это делается? За парковочку. Вы уже всем выписали, а им нет, я просто переживаю, что этот Бентли уйдет и... Так. Да. То есть 100% она от наказания никак не убежит, да? Почему ей убежит? Не, ну просто я думаю, что нагло, у такого человека нет даже денег на штраф с таким номером, на такой машине. Конечно. Правильно? Ей легче поставить здесь, чем на тебе. Это уже... Спасибо вам за вашу работу. 100% это уже проверено. Спасибо вам за вашу работу. Вот. Полицейские с этим номерочком. Они говорят, что человек будет наказан. Ну, посмотрим, уйдет ли номер такой 27-20 от правосудия в Латвии. Ну, приятно, что у нас так же, как и в Германии или везде в других странах, неважно на какой ты машине, все равно наказание тебя будет настигнуто.